Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки Ниндзя Легенды. Так, мастер 3 звезды. Забираем наши награды. Да, ребята, прозевакал я свой буст сегодня. Я проспал до 10 вечера. С работы пришел, держался до последнего. И где-то, наверное, в час или в два дня я просто вырубился. Я решил прилечь отдохнуть и уснул. Так что, наверное, буста сегодня не будет. Но, тем не менее, мы будем все равно, ребята, проходить арену. Так, давай, наверное, сразу с нее и начнем, пока не поздно. Так, и у нас ищем 11-11, как всегда, по стандарту. А нам не дают 11-11. Ты посмотри, а, во, нашли. Ну что, ребята, это, как говорится, самое интересное, да, когда у нас отыгрываются все наши бойцы. Все один до одного. Без помощи там каких-то откатов и тому подобное. И начнем, наверное, вот так вот. Кирби в труху. Так, дальше сделаем торнадо. Шикарно. Легче пареной репы, я бы так это назвал. Ну и мы продвигаемся дальше. Так, сразу на воин 2 звезды. 78-я позиция у нас. 11-12, отлично. Они уже сами мне дают повышенный ранг. Так что давай не будем упускать этот момент и будем им пользоваться на все 100%. Я не знаю, получится ли у нас с каждым уровнем повышать кубки. Мне бы, конечно, этого хотелось. Если сейчас было 11-12, то, по идее, сейчас должно быть 12-13. Ну, по логике вещей. Тем более, воин 3 звезды. Так, 92-я позиция. Так, пока дают 11-12. Ну ладно, вам хорош жопица-то. Дайте мне 12-13, а. По-моему, друзья, они встали в позу. Они встали в позу, и максимум, что предлагают. Вот, вот. Есть все-таки. И, как мы видим, 4 бойца уже у нас присутствует. Так, 56 уровень против 23-го. Само собой, мы разнесем их в труху. Тут даже и говорить не надо. Давай, Раф. Бамс. Шикарно. Так, ну, нам нужно как можно быстрее добраться до 5 персонажей. Мы уже в элиту забрались. 91-я позиция. Так, 12-13 у нас было. Давай попробуем 12-14. Есть. Так, 12-14. Уровень. Я смотрю, у них 28-29, а у нас до сих пор 56. Ну, по идее, после этого поединка, если все пойдет как надо, если мы с тобой перейдем в следующий ранг, у нас уже будет 5 бойцов. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Давай рубанем Криса. Так, теперь телепатию сделаем. Ну, Кирби вряд ли, конечно, ушатает, хотя... Нет, он даже здесь слабоват. Минус Леонардо. Крип, хорош выпендриваться. Чик-чик-чик. Порубашили его своими, так сказать, сабельками. Ну что, давай смотреть, перейдем в элиту. Нет, ребята, в элиту 2 звезды, как видишь, не пробрались. И, соответственно, нам, наверное, не дадут. Так, они мне вообще понизили. Ладно, я тогда возьму 12-14. Возьмем 12-14 и отыграем вот этих вот наших челдобречков. Так, тут у нас Кейси. Ну, Кейси должен Кирби ушатать. Нормально. Так, дальше. Вот так вот. Ну что ты, морозилочка, добивай. Бросай свою палицу эту. Круто. Так, Рокзар промахивается. Давай вот так вот, наверное, шайба ему. Промеж глаз. На! Отлично. Представляешь, удар шайбой со всего размаху. Это смертельно опасно, ребят. Ну и мы с тобой вылетим 2 звезды. И сейчас, по идее. Так, 12-14 ними подсовывает. Вот, 13-15. Должно быть 5. Да, ребят, все, мы вышли на фулку. И теперь нам нужно просто проходить. Так, а уровень у наших противников повысился буквально на 8 левелов. То есть 32-й. Ну-ка, пропишешь Мондагека. Отлично, он упал. Давай теперь, наверное, сделаем массовую атаку с понижением их же атаки.
Но здесь только на Карайку упало понижение. Так, давай-ка мы, наверное, на Рафаэля попробуем шваркнуть. Рафаэль против Рафаэля. И что по итогу? По итогу он падает. И сделаем, наверное, массовую. Карайка так упадет точно, а вот... Да и Крис Брэдфорд тоже, как ты видишь, упал. Ну, тем лучше для нас. И мы переходим на элиту 3 звезды. А тут уже, как говорится, и до самураев рукой подать. 13-15, я попробую сейчас... Ну, 13-16 вряд ли, конечно. Хотя вот есть, есть, друзья. Матеус против нас. Матеус. Кстати, уровень им почему-то не повысили. Он у них как был слабеньким, так слабеньким и остался. Так, ну давай начнем с массовой. Я только не понимаю одного. Он там в мультике смотрит, что Крис Брэдфорд берет свое вот это вот спортивное питание и бьет его ногой. Я до сих пор не могу понять, зачем он это делает. В чем прикол? Типа такое питание мощное, что им можно драться? Или что, к чему это? Ага, вот здесь вот, ребята, чуть-чуть нам не хватило, чтобы перейти в Лигу Мастеров. Но ничего страшного, сейчас мы это сделаем. Так, на один уровень повысили им, как говорится, левел. Я вижу, тут Микеланджело имеет 38-й. Ну что же, давай, давай начнем. Начнем по тихой, как говорится, грусти. Блин, мне кажется, надо Алапекс прокачивать. Надо ее прокачивать, чтобы она хотя бы, ну, посерьезнее бомбила. Это никуда не годится. Хотя у меня в приоритете, если честно, будет Донателло ролевой все-таки. Мне кажется, он будет намного круче. Ну вот мы наконец-то и в Лиге Самураев. Я думаю, что, наверное, после этого поединка мы перейдем в Лигу Самураев 2 звезды. Так должно быть, по приори. Мы от наших противников на 20 уровней пока, как говорится, имеем преимущество. Я думаю, что мы сейчас справимся. Так, заблокировали. Давай-ка мы набросим гранату. О, шикардос. И добьем их с помощью сломанной кофемашины. А разве черепашки-ниндзя у нас любили кофе? Что-то интересное такое. По-моему, нет. Причем здесь кофемашина? Непонятно. Так, 90-я позиция. Это говорит о том, что мы с тобой должны будем провести два поединка для того, чтобы перейти на следующий ранг. Ну, два поединка, конечно, мы сделаем. После этого мы повысимся. А вот уже в Лиге Сёгунов, конечно, будет проблема у нас. Начнем с массовой. Ха-ха-ха, посмеялся, показал наверх, типа, посмотри, что вас там ожидает. И никого не подбили, молодцы. Эйприл падает. Дальше мы, наверное, Хана рубанем. Так, шикарненько. Теперь, давай вот так, наверное, просто посохом. Да что ж ты, Донни, ну. Решил понизить мне атаку. Он и замедлил еще при этом. Хм. Так, ну что, Рафаэль, не надо выпендриваться, не надо выпендриваться, пожалуйста. Не смог он пробить мне. А Пита, хотя нанес ему все-таки немножечко повреждения. Но это не суть. Это, ребят, не суть, суть смотрим сейчас. Давай платишок. 39-е даже место, отлично, меня это вполне устраивает, ребята. 14-18 у нас есть. 43-45 ранг у наших противников. До сих пор мы еще пока имеем преимущество в 15 уровней, что довольно неплохой задел. Единственная проблема, что у нас тут бойцы такие, знаешь. Давай как у Нейчи, жаркаем. На тебе. Шреддер только остался в живых, но и то ненадолго, потому что тут он уже упал. Рафаэль, как говорится, ему навалял звездюлей. Так, ну и мы уже в Лиге Самураев 3 звезды. Позиция у нас 87-я. 87-я. Так, 14-18. Я хочу, конечно, получить на 15-19, но мне кажется, не дадут. Не дают. Ладно, не даете, как хотите. 44-й, 42-й, 45-й. А у нас, друзья мои, уже все. У нас 70-ники пошли. И боюсь, что мы с тобой до Лиги Сёгунов 3 звезды
вряд ли сможем добраться. Хотелось бы, но не получится, потому что у нас уже закончились бойцы. Печалька, конечно, это все. Ну-ка, Шархан, звездани. Нормально. Ну, семидесятники на то и есть. Семидесятники, чтобы бомбить противника не с одного, а с двух ударов. Это еще не факт, что мы после этого поединка перейдем. Вот оно что. Оу, 15-19, твою налево. Ну зачем же ты так рейджик упустил? Вот. Вот, берем с тобой этих бойцов. Уровень у них 47-й. Но нам уже плевать, по большому счету, потому что у нас 70-ники, отрыв вообще заоблачный. И мы сейчас будем их всех наказывать. Давай-ка начнем с кунаев. Неплохо. Так, пробить бы нам, знаешь, кого? Да я даже не знаю, может быть. Давай-ка вот этого охламона попробуем пробить. Потому что этот майки мне не нравится. Дальше сделаем массуху от змейка Вьюна. The best. The best from West. Так, я обычно говорю, когда все хорошо получается. А вот, друзья мои, сёгуны. 97-я позиция. Мало, мало. Так, 15-19. 15-20-то мне, наверное, здесь, ребята, и не светит получить. Попробуем пару раз крутануть. Нет, не хотят давать. Ну-ка, еще разок. Еще. 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 И нифига. Ладно. Зажопили, одним словом. Ну, у нас уже все, ребят. Уже восьмидесятники пошли. Это говорит о том, что скоро сотки. И что уже будет... Тихо, тихо, тихо. Давай-ка вот так вот сделаем. Отлично, покричали. Так, лупанешь? Лупанул. Руби с плеча. Так, минус раф. И бомбочки, точнее ракеты. Все. Крис Брэдфорд, как же он себя любит, а? Свои мускулы целует. Вообще. Как-то вы сказали, это протеже Чик Норриса, да? Протеже. Ну да, похоже на то, что это протеже Чик Норриса, а Хан это протеже у нас этого идет. Брюсли. Так, ну что, вот они здесь. Усаги, давай. Я думаю, что ты здесь один справишься. Всех сейчас на каркалыгу просто-напросто отправишь. Ах ты. Еще раз повторяю, ребят, хоть один, но выживает. Я не понимаю, почему такое происходит. Какая-то прям тенденция у них такая. Ладно, мы переходим или нет? Нет, не переходим мы с тобой никуда. Печалька. Нет уж, давай ко мне 15-20. Я знаю, что уже было, так что не надо мне здесь мандрыгу гнать. Раз, два, три, четыре, пять. Ну сколько у нас тут еще получается? Пару поединков. И то последний поединок будет у нас неполным составом. Так вот уж получится. Так, бросаем черепки и добиваем Бакстера. Все. Что ты еще ждешь? Мы выиграли. И переходим в Сёгун. Две звездочки. Так, завтра, ребят, главное, надо попробовать не забить болтец, а наоборот, попробовать поиграть, чтобы нам как бы сделать задел на мои выходные до рабочих смен. Чтобы не было такого, что мы с тобой пришли, начали играть, а у нас опять лига там, блин, извини меня. Лига воинов, блин, две звезды. И нам опять нужно будет подниматься. Нет, надо будет вот эти вот два дня хорошо поиграть, чтобы сделать небольшой отрыв. А лучше всего большой отрыв. Если бы мы с тобой перешли в Лигу Сёгунов три звезды, я был бы доволен. Но, наверное, не получится, ребят. Потому что, во-первых, у нас бойцов мало. Но мы можем сделать с тобой полный состав. Давай два откатика уж потратим, так и быть. Но все равно этого не хватит, чтобы перейти в Лигу Сёгунов три звездочки. Хотя было бы круто. Давай маузеры, влупляем сразу их на боковую. Так, у нас еще ежедневки, друзья. Сейчас мы сделаем их. Сам понимаешь, для чего это все делается. Для прокачки, для получения откатов. В общем, для всего этого. Но нет, не хватило, друзья, буквально одного кубка. Так, забираем здесь пак.
выпадает на мутагеноид, собственно, персоны. Так, я хотел зайти в магазин. Нет, не в магазин, а в список. И мне нужно посмотреть на Пиццелицева. Отлично. 94 уровень получает Пиццелицей. Дальше мы идем на нашу Эйприл. Кунаичи, естественно, вот она. И прокачивать. Слушай, а что мы можем прокачать? Вот это вот еще можно прокачать. Так, 2 3D очка нужно нам, которые, как всегда, не выпадают нам. Вот с ними огромная проблема, ребят. Вот, выпали. Выпали нам эти очки. Так, дальше нам нужен китайский фонарик один. Тоже получили. И что там еще нужно? А, 8 пультов. Ну, это шикарно. 8 пультов. Мы с тобой сейчас должны быстренько нафармить. Так, 2. 3. Так, 4. 5. 5. 6. 7. И последний. Пожалуйста, дайте мне пульт. 8. Все, все, друзья мои. Прокачиваем до 5 ступени. Короче, нам нужно Эйприл прокачивать до 70 уровня, чтобы мы могли дальше и до 6 уровня прокачивать ее перки. Пройдите серию испытаний. Конечно, пройдем. Конечно, пройдем. Мы уже с тобой зашли на второй круг. Это очень хорошо. Берем вот таких ребят и поехали. Зэк и наш зэк. Ну-ка, бросай бомбу. На-ка. И маузером по барабану, ребят. Такое впечатление, что вот этот замедляха просто не работает. И он тоже мне в ответку, прикинь. Мне вообще-то лучше бы надо бы хильнуться на самом-то деле. Потому что у Зека мало здоровья, а Леонардо как раз имеет откат по хилу. Давай-ка мы, наверное, хильнемся все-таки. Вот так, и добьем этого саблезуба. Вот и все, вот и серия испытаний у нас пройдена. Друзья, мы с вами забираем оставшиеся наши награды. Так, что у нас вообще на этой неделе? Какие испытания? Ох, друзья мои, я вас поздравляю, у кого еще нет супер шредера. И это очень хорошие, ребята, как говорится, площадочка для фарма на супер шредера. Вы знаете, что супер шредер очень хорош. До последнего, ребята, он у меня был, наверное, после Армагона и Усаги, одним из топовых. Потом мы переключились на кого? На Кренга мы немножко переключились. И сейчас у нас рулят маузеры. Конечно, если кому не сложно, то пускай копит на маузеров. Не пожалеет ни грамульки, потому что он, ну, они вытягивают действительно реально. Маузеры — это топчик. Ну что, я пока здесь ничего не могу сделать, союзники у меня не открыты, они только в пятницу открываются, чтобы фармить нам эти жетоны и тому подобное. Так что на сегодня закругляемся, увидимся уже, наверное, завтра. А на этом все, всем удачи и до новых скорых видосиков.